Более 20 жителей хутора «Рассвет» не вернулись с войны, но их подвиг не забыт. Имена героев увековечили на гранитной плите у аллеи памяти. На митинг в честь открытия мемориала хуторяне пришли целыми семьями. У многих в руках портреты родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мы пришли тоже почтить память тем людям, которых с нами нет. Нельзя забывать тех людей, которые дали нам жизнь. В хуторе «Рассвет» остался всего один ветеран – Иван Карабак. Он принимает участие во всех военно-патриотических мероприятиях, общается с молодежью, рассказывает им о войне. Для Ивана Степановича открытие памятника особенно важно. На мемориальной плите имя его родного брата. Спасибо всем, что еще радует нас, ветеранов, еще позволяет нам еще жить без хлопот. Спасибо. Я считаю, что для подрастающего поколения это необходимо. Это настолько сейчас веление времени такое, что нужно молодежи постоянно, подросткам, говорить о нашей победе. И чтобы они помнили историю страны, а история страны начинается с каждой семьи, с каждого поселка, вот мы на сегодняшний день внесли тоже лепту в историю нашей страны. Памятный знак – это часть большого проекта. Здесь, возле аллеи памяти, уже заложен новый сквер. В нем предусмотрены пешеходные дорожки, зоны отдыха и тренажерная площадка. Помощь в строительстве объекта оказывает руководство «Турецкого потока». Первый этап работ планируется закончить в течение 2 месяцев. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.